Ну и о том, повлияет ли Brexit на экономику нашей страны, спросим у вице-министра национальной экономики Жаслана Мадиева. Он сегодня гость студии «Атамикен Бизнес». Добрый день. Здравствуйте. Жаслан Хасенович, ну вот насколько вообще глобальные процессы, происходящие в мировой экономике, имеют отражение на экономику нашей страны, в частности, вот выход Великобритании из Европейского Союза? На самом деле, да, вы правильно отметили, выход состоялся. Буквально с 1 февраля этого года уже Великобритания не в Евросоюзе. Сейчас будет переходный период у Великобритании, у Евросоюза, чтобы прояснить, как они будут выстраивать свои отношения. Да, в ближайшие 11 месяцев это будет все происходить. Относительно эффекта на нашу экономику, здесь, я думаю, прямого эффекта мы не ожидаем. Есть косвенный эффект, может быть, даже, я сказал бы, больше положительный, в связи с тем, что вот Казахстан является участником глобальных рынков капитала, это само как государство на рынках фондирования, эмитенты из Казахстана на рынках фондирования тоже участвуют, IPO размещаются. Поэтому для инвесторов важна определенность. Поэтому то, что есть уже какая-то определенность, это положительным образом будет сказываться на риск-аппетите инвесторов и, соответственно, сказываться на положительном ценообразовании тех размещаемых финансовых инструментов. Поэтому я думаю, что здесь больше вот именно определенность, она важна для инвесторов. И коль уж движется все в этом направлении, я думаю, что инвесторы в своих моделях уже будут какие-то определенные факторы закладывать. И это положительно. Ну, понятно, что после Брекзита Великобритании придется как-то налаживать новые отношения с внешним миром. И вот хотелось бы в этой связи узнать, что Казахстан вообще в целом может предложить Великобритании в сегодняшних условиях? В сегодняшних условиях Казахстану необходимо работать над своей торговой политикой, разрабатывать новые стратегии в этом направлении, смотреть, развивать те производства, которые мы можем предложить Великобритании. Необходимо оценить их, что они импортируют. Поэтому... Вот можно я вас перебью? Да. У меня есть вот цифры, что 2,5 миллиарда фунтов стерлингов – это годовой товарооборот общий. Из них 567 миллионов фунтов стерлингов – это наш экспорт. Значит, в основном товары поставляют они нам. К ним уходят в основном углеводороды из общего списка экспортируемых товаров. Вот что скажете на этот счет? Есть куда расти, помимо углеводородов? Есть куда расти, такие цифры говорят, что существенный потенциал есть. Надо анализировать, что они импортируют, какую продукцию мы можем им предложить. Казахстану однозначно необходимо работать над повышением экономической сложности своего экспорта, уходить в следующие переделы, встраиваться в глобальные цепочки добавленной стоимости. Поэтому помимо углеводородов, помимо сырьевых каких-то позиции, нам необходимо уходить в следующие переделы и добавленную стоимость оставлять в Казахстане. Поэтому... что вот может заинтересовать британцев? Возможно, что-то продукция сельского хозяйства? Надо смотреть на наши конкурентные преимущества. Сельское хозяйство, однозначно у Казахстана есть конкурентное преимущество в этой отрасли. И это одна из потенциально привлекательных экспортных статей для Казахстана и для Великобритании с точки зрения импорта. А мне вот всегда было интересно, как проходит вот в нацэкономике, детально разбирается, чем Казахстан может удивить вообще мир, в чем мы сильны? Естественно, на каждый день работают специалисты над тем, чтобы анализировать наши конкурентные преимущества, смотреть, какие глобальные цепочки добавленных стоимостей существуют вокруг Казахстана и где мы можем встроиться, где у нас есть конкурентные преимущества, где можно более конкурентоспособно производить тот или иной товар. Какие преференции, какие меры поддержки государство может оказать, чтобы простимулировать такое производство. Здесь необходимо также отметить, что членство в Евразийском экономическом союзе – это тоже одно из преимуществ для Казахстана, потому что рынок расширяется, практически 180 миллионов населения в этом союзе. И для наших предприятий, для наших производителей это большое преимущество. Когда появляется рынок,
когда есть кому сбывать свою продукцию, то есть повышается прогнозируемость для бизнеса, большой рынок позволяет сократить расходы для бизнеса, в частности, какие-то вот фиксированные расходы. Mm-hmm. Поэтому все это повышает конкурентоспособность наших предприятий и помогает повышать конкурентоспособность. Ну, если вы изучаете наши сильные стороны, то наверняка знаете и о слабых. И я думаю, что качество производимой нами продукции, оно как бы не является нашей сильной стороной. Вот как вы работаете над этим? Нацэкономики вообще заботит качество товаров и услуг, которые производятся в Казахстане? Конечно, экономику, правительство это заботит. Необходимо искать возможности, как повышать производительность нашего бизнеса, то есть это производительность труда, производительность капитала, то есть основных факторов производства. Бизнес должен серьезно задуматься, как повышать производительность путем привлечения новых технологий, внедрения новых технологий. И все это даст возможность повлиять положительно на качество, да, потому что сегодня конкурентоспособен именно тот, кто правильно использует технологии, технологические процессы, бизнес-процессы в компаниях. Необходимо здесь также обратить внимание на правильный менеджмент, управление компанией. Это в том числе финансовый менеджмент. Я думаю, бизнесу здесь необходимо, то есть из-за серии девальваций уже бизнес столкнулся с теми сложностями, да, которые в свое время были приняты неправильные управленческие решения. Бизнес, который не ориентирован на экспорт, он навсегда должен забыть привлечение фондирования в иностранной валюте, да, вот в твердой иностранной валюте. Здесь, понятное дело, что в экономике сегодня, в банковском секторе, ресурсы они есть, ликвидность есть, но она дорогая, она короткая. Государство создает через ряд механизмов условия, чтобы удешевить, удлинить эти ресурсы, но мы работаем над тем, чтобы вовлечь эти несколько триллионов тенге, там свыше 3 триллиона тенге, чтобы они работали на экономику. Альтернативно можно рассматривать другие валюты, которые коррелируют с тенге. Допустим, российский рубль. Здесь ликвидность на российском рынке она существенная. И бизнесу тоже необходимо обратить внимание, что можно и привлекать в российских рублях ликвидность – это валюта, коррелирующая с тенге, можно сказать, квази-тенге, потому что есть высокая корреляция между валютами, и причем есть положительный спред по ставке. Сегодня рубли, они дешевле, чем тенге. И то есть здесь базовые ставки в рублях, базовая ставка Центрального банка в России, она 6,25%, у нас в Казахстане 9,25%. Чем больше мы начнем эту ликвидность заводить в экономику Казахстана, это тоже поможет в какой-то степени снизить стоимость ликвидности внутри страны на тенговую ликвидность. Ну, коль вы затронули тему уже валюты, я бы хотела тут поговорить немножечко о выходе Великобритании. Вот мы знаем, что спровоцировал вопрос о конкурентоспособности евро и фунта стерлинга. И предлагаю сейчас прям послушать прогнозы финансовых аналитиков Wall Street Invest. Наконец наступил долгожданный момент выхода Великобритании из еврозоны. Была подписана она 31 января. До выхода Великобритании из еврозоны на хороших позитивных новостях о том, что они, да, наконец согласованно с позитивными контрактами выйдут из ЕС, валютная пара фунт-доллар дорожала на наших глазах до 1.32 уровней. Предыдущий раз в 2016 году, когда они объявили о том, что выходят из еврозоны, она обвалилась на 11% от себестоимости. Дешевение фунта стерлинга мы уже видим на глазах. Да, 460-440 тенге по отношению за 1 фунт мы видим эти коридоры. А по поводу евро по отношению к доллару, да, и по отношению к тенге тоже ожидаем спад евро.
Ну, мы все хорошо знаем, что бюджет нашей страны вот привязан к курсу валют, ценам на нефть, и в Казахстане почти половина доходной части, оно именно сформировано поступлениями от нефти. И задача стоит давно уже развивать несырьевой сектор. Вот как мы продвинулись сегодня в этом вопросе? На самом деле государство создает множество условий для развития данного сектора, диверсификация экономики, повышение экономической сложности нашего экспорта. Это, так скажем, тоже такая приоритетная адженда нашего правительства. По последним данным, экономический рост за 2019 год составил 4,5%, и большая часть этого роста она обеспечена за счет роста несырьевого сектора экономики. То есть это такие секторы, как транспорт, связь, торговля, строительство. Малый и средний бизнес. Малый и средний бизнес. Очень государство оказывает большую поддержку на развитие частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса. У нас существует ряд государственных программ, которые ориентированы на развитие этого сектора экономики. В частности, дорожная карта бизнеса была 2020. Сейчас мы ее пересмотрели на следующие 5 лет. Дорожная карта бизнеса 2025, она была расширена на практически 60% до 421 миллиарда тенге. Есть такая программа, как Енбек, через которую государство предоставляет фондирование по приемлемой ставке в городах, моногородах, через микрокредиты, микрофинансовые организации. Есть программа «Экономика простых вещей». На сегодняшний день уже более инвестпроекты на сумму более 200 миллиардов тенге профинансированы через эту программу. Вот эти программы, они помогают придать дополнительный импульс на рост экономики. И причем по дорожной карте бизнеса 2020 большая часть проектов по данной программе была в несырьевом секторе экономики. Вот это дополнительный импульс. Также хотелось бы отметить, что сегодня государство, правительство сформировало пул инвестиционных проектов на следующие 5 лет, около 44 триллионов тенге. На этот год сумма по реализации проекта где-то 6,7 триллионов тенге. Это все сверх того базового тренда по инвестициям в основной капитал. И как бы дополнительный пул инвестпроектов, да, который нам необходимо реализовать, чтобы постепенно дойти до поставленной задачи, которую поставил глава государства, до 30% к 2025 году инвестиций в основной капитал к ВВП. И необходимо отметить, что около 75% этих проектов в рамках 44 триллионов тенге, они приходятся на несырьевой сектор. То есть мы ожидаем, что в этом году основными драйверами экономики также выступят сектора, такие как транспорт, связь, строительство, несырьевой сектор, обрабатывающая промышленность. Нам всем известно, что малый и средний бизнес развивался, нужны какие-то дополнительные средства для развития этого сектора. Но мы то при этом знаем, что объем выданных кредитов юрлицам за 2019 год снизился примерно где-то на 8-9%. Вот как прокомментируете этот момент? Есть наблюдалась такая картина. В целом кредиты БВУ, они имели определенный рост, но в разрезе юрлица, физлица, да, по юрлицам был небольшой спад. Мы наблюдали, что банковский сектор, он проходил через оценку качества активов в прошлом году. Банки были заняты проведением объективной оценки, они с регулятором плотно работали. Предварительные результаты есть. Мы видим, что, в принципе, никаких устрашающих цифр нет, больших неприятных сюрпризов нет с точки зрения капитализации банковского сектора. Но это правильная мера, своевременная. Необходимо поскорее ее завершить, чтобы банки очистились и занимались именно не работой над проблемными активами, а кредитованием экономики. Ликвидность в стране есть. Государство меры по удешевлению и удлинению этой ликвидности
как я отметил, разработало, оно их применяет. Есть некоторые направления, в которых можно применить эту ликвидность, расширить кредитные портфели, расширить кредитный канал БВУ. Например, это сектор, инструмент ГЧП. ГЧП пока банки неохотно фондируют. Вот необходимо, Министерство экономики сегодня работает над разработкой коробочных решений, пакетных решений, будет привлекать банковский сектор, чтобы те договора по ГЧП, они именно были так называемым bankable, чтобы они могли фондироваться с БВУ. Также есть потенциал в пуле проблемных кредитов. То есть все проблемные кредиты в банковском секторе и есть проблемные кредиты в определенных государственных фондах, они выведены из экономического оборота сегодня. Необходимо привнести ряд стимулирующих инструментов, чтобы они начали заново работать на экономику, потому что это добавленная стоимость, которая была ранее создана, необходимо над ней поработать. И это также потенциальные клиенты. Но банки боятся вкладываться в бизнес, потому что уже существует какие-то ряд проблемных историй, которые были раньше, или они не доверяют сегодня развитию экономики на сегодняшний день? Я думаю, что экономики доверяют. Ряд историй, да, негативные истории они были, но регулятор сегодня работает над тем, чтобы для этого у нас был выведен, да, как вы знаете, агентство по развитию и регулированию финансового надзора. Сейчас регулятор будет более внимательно подходить, какие внести изменения в потенциальное регулирование, чтобы банки могли охотно фондировать проекты. Также, ну, банки применяют свои модели, свои скоринги для оценки рисков, поэтому государство не может вмешиваться в частный сектор. И здесь, как и банкам, надо оценивать правильно свои проекты, так и частному сектору правильно их структурировать, потому что риски никто не отменял, за любые риски. Ну, риски существуют везде, даже взять сегодняшний коронавирус, который бушует по всей планете, он тоже вносит свои коррективы в экономику всех стран. И мы знаем, что сегодня этот вопрос также обсуждался на встрече президента Касым-Жомарта Токаева, который принял премьер-министра Аскара Мамина и поручил принять оперативные меры по обеспечению устойчивого роста национальной экономики. И не только коронавирус влияет на происходящие процессы экономические. Мы знаем, что эксперты Всемирного банка прогнозировали снижение экономики Казахстана с 4 до 3,7%. В принципе, разрыв небольшой. Но вообще, с чем связаны такие прогнозы? Здесь необходимо отметить, что любой прогноз – это оценка происходящей ситуации именно в момент составления прогноза. Это первое, что хотел сказать. Второе, Всемирный банк, как и другие международные финансовые организации, они склонны пересматривать свои прогнозы по несколько раз в год. То есть, в частности, в Казахстане Всемирный банк пересматривал в прошлом году 2 раза прогноз. Международный валютный фонд, Азиатский банк развития на 0,6% пункта пересматривал в сторону повышения роста экономики Казахстана. Это второе. Третье. Здесь на самом деле Всемирный банк, он не снизил прогноз, а наоборот повысил с 3,2 до 3,7%. Поэтому вообще Всемирный банк, он, как и другие международные финансовые организации, подходит консервативно к своим оценкам. Они закладывают ряд всевозможных рисков, даже те, на которые... Ну, кстати, накануне мы недавно совсем встречались с Олжасом Худайбергеном, экономистом и внештатным советником президента, наверное, вы его знаете, и мы ему тоже задавали вопрос, насколько стоит доверять вообще прогнозам Всемирного банка. Вот вы бы что ответили? Ну, как я хотел отметить, что на самом деле они подходят консервативно, ряд риск-факторов закладывают, в том числе определенные экстерналии, на которые Казахстан никак не может повлиять. Вот, допустим, снижение спроса на сырьевые товары, которые Казахстан экспортирует, да, из-за потенциального замедления экономик, таких крупных экономик, как Россия и Китай. Как бы такой фактор, он тоже закладывается.
Мы, в свою очередь, правительство, оно разрабатывает ряд мер, чтобы митигировать данные риски, риски замедления экономики. Это вот работа над дополнительными инвестициями в экономику, создание стимулов для малого и среднего бизнеса, повышение роста доходов населения. Поэтому мы это мониторим и постоянно разрабатываем ряд стимулирующих мер. Причем необходимо разрабатывать качественные меры для качественного роста экономики, для придания большей устойчивости и качественного развития экономики. Поэтому мы над этим работаем, мы за глобальной обстановкой следим и считаем, что ситуация под контролем. Но 24 января, мы знаем, состоялось расширенное заседание правительства с участием президента, где Касым-Жомарт Токаев остался недоволен работой правительства и дал время до весны учесть все его замечания. И конкретно вашему министерству какие поручения были даны, что сейчас делается? Мы сегодня, не только нашему министерству, сегодня задействовано все правительство, создано сразу же оперативно рабочая группа, возглавляемая премьер-министром. Курирующие заместители премьер-министра, они курируют работу рабочих подгрупп по 10 направлениям. Здесь налогово-бюджетная политика, направление по предпринимательству, конкуренции и разгосударствлению, рабочая подгруппа по реформированию системы госуправления, рабочие подгруппы по здравоохранению, образованию и так далее. То есть 10 рабочих групп сегодня есть. Сегодня все рабочие группы работают над сбором предложений, как от госорганов, от экспертного сообщества, тоже они активно вовлечены, НПП «Атамикен». И есть поручение, что к 15 мая выработать среднесрочный план экономического развития, то все эти предложения, они будут ложиться в основу этого плана. И непосредственно Министерство экономики, да, которое отвечает за бюджетную политику, налоговую политику, таможенную политику, также будет над этим работать. Также мы сейчас на ежедневной основе думаем по предпринимательству, конкуренции. С уже Министерство экономики с Атамикен начали работать над созданием правительства для бизнеса. Это большая институциональная реформа, над которой министерство сегодня также сконцентрировано. То есть мы должны упростить доступ к открытию бизнеса для потенциальных предпринимателей. То есть по принципу одного окна предприниматель не должен ломать голову, куда пойти, должен прийти и получить, начиная от консультации, заканчивая до госуслугами необходимыми и соответствующим финансированием, разработкой бизнес-плана, финансированием, получением господдержки необходимой. То есть как по принципу ЦОНов. Ну, понятна ваша задача. Я первый раз сегодня услышала дату 15 мая. До этого срока вы должны представить какие-то конкретные уже решения. Ну что, спасибо большое за беседу. Ну, действительно, развитие национальной экономики требует системного подхода с учетом глобальных, наверное, и внутренних задач. Спасибо, что пришли. Спасибо большое за беседу.